Город Караганда. Я вышел вот из микрорайона Таугуль. Вот это маркируется уже как Тельтимпета 18/2. Это уже относится к району Гульдер, да? Ну, наверное, в Таугуль все равно есть. Ну, решил пройти в эту сторону. Да, это Таугуль. Улица 3, дом 2/2. Тройка касса есть. Ну, хорошо, что не литерные, как дом 2/3. Какой-то Петрозаводская, да, там. Дом такой, А, дом такой, Б, дом такой, В, дом такой, Г, и даже Д был. По-моему, даже Е. Литерные такие дома. Москве, в Питере, да? Ну вот. Пройдемся. Да, вот это мы. Это уж так Тельтимпета 3/7. Тупичок. Таугуль. Улица 3. Этот дом только построен. Угу. Еще забор не снял. Веранда. Веранда. А, веранда. Что-то такое. Чего? Weekend кафе. А, уикенд кафе, да? Ну, когда не знаешь английский, да? По описанию не особо силен, потому что немецкий в школе изучал. Поэтому да. Поэтому. Бывает смешно, даже самому. Ну вот дом. Только построен. Кто-то, наверное, уже живет. Асфальт уже выстелили. Вот прямо вот. Ну и на этом этот видеоролик я завершу.